Друзья, всем привет! Сегодня в видео мы с Александром вам покажем, как нужно выбивать нож. Даже не просто как нужно выбивать нож, а как это делает Стивен Сигал в своих фильмах. Александр, мы показываем на имитации оружия, чтобы не провоцировать вас на травмы. Смотрите, первое, нужно понимать, есть кино, есть не кино. Да? Но данные техники, которые в некоторых фильмах его показаны, они вполне рабочие. Но если делать не просто технику, а если именно работать с человеком. В данном случае, смотрите, вот оружие, у меня угроза сюда. Да? Что мне нужно сделать? Мне нужно сработать и сразу же его атаковать. Понимаете? Сам нож выбью я, не выбью. Это не важно, вылетит оружие или не вылетит. Важно в том, что я лезвие перенаправляю в сторону, и тут же я уже атакую противника. Я изначально атакую противника через нож. Это ключевой момент. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересны ли вам подобные сюжеты, может быть, вам разобрать еще каких-то киногероев.